Здравствуйте, друзья! Сегодня будем делать такую вот стойку ресепшн от дизайнера Карима Рашида. Смотрите, у меня нет большого количества референсов к ней и нет достойного вообще чертежа, поэтому делать будем приблизительно. Был бы у нас более-менее достойный чертеж, я бы ее мог сделать вообще один в один. Но суть я вам покажу, как подобные вещи делаются. Итак, поехали. Мы с вами взяли бокс и подгоняем его по форме. Периодически включаем режим SDS. Добавляем с помощью Swift Loop в нужных местах геометрию. Обрисовываем, так сказать, нашу форму. Добавим еще геометрии, чтобы наша модель получилась с более-менее равномерным разбиением. А далее конвертируем на первые итерации. И после конвертирования переместим точки так, чтобы они лучше соответствовали нашей модели. Хотя все равно они будут лучше соответствовали форме, хотя все равно они будут соответствовать приблизительно, потому что модель еще стоит не в прямом ракурсе. Теперь будем прорезать это окно ресепшн. Не до конца, честно говоря, понятно, как туда люди заходят, но мы в общих чертах. Задача наша сейчас не сделать модель на заказ, а просто разобраться с инструментами SDS и полигонального моделирования. Добавляем точки, где нужно, чтобы были четырехугольнички. В этом месте добавим геометрии, чтобы поток продолжался. С помощью CAD будет удобнее всего это сделать. Экструд. И подчеркнем. Внутреннюю часть подчеркнем с помощью Inset. А внешнюю просто Swift Loop. Теперь вот этот так называемый портал, или как это назвать. Так, для начала выделим геометрию, сделаем inset, чтобы у нас был круговой поток вокруг нашего круглого прохода. Закроем с помощью бриджа. Внизу треугольнички, мы с ними разберемся позже. Подгоним геометрию. Теперь сделаем подчеркивание. Снимем фаску, наверное. Даже не с тех частей, которые касаются земли, а полностью по периметру добавим геометрии. А в тех местах, где оно касается земли, там сделаем просто плоской. Но опять же, я тут половину вещей выдумываю, потому что не вижу, как она на самом деле выглядит. Если интересно, можете найти больше референсов этой стойки ресепшн в интернете. Введите Карим Рашид Ресепшн. Я думаю, что вариантов будет немного. Подчеркнули. Опять этот портал, я думаю, получился кривоват, потому что
Фотография сама не в прямом ракурсе, а немножко угловом. Но не суть. Здесь с помощью Soft Selection сделаем форму неоднородной. Я не уверен, что оно так, но мне кажется, что... По-моему, я видел даже где-то референс, еще один этой. Или мне это приснилось, или я видел референс, но оно сужается в этих местах. Ну, давайте сделаем. Если это не так, пусть это будет моей фантазией. И сделаем внутренние части. Там, где сидят ресепшонисты, как это правильно сказать по-русски, не знаю. Тут, я думаю, особо пояснять вам не нужно мои действия. И внутреннюю часть портала. Тут, смотрите, такое дело. Уголки-то диагональные, поэтому форма скругляется. А мы с помощью ката просто сделаем прямые. Все. Теперь будет резкий угол. Так, ну общую форму, собственно, мы получили. Искажений нет. Везде четырехугольнички. Давайте дальше пофантазируем. Я, честно говоря, не до конца понимаю, как туда люди заходят. Наверное, там просто стоит типа как такая ширмочка, и они проходят за нее. Давайте возьмем эту геометрию по углу, выделим и отсоединим. Из нее потом можно будет сделать эту ширму. А саму эту ресепшн сделаем сквозной. Просто отзеркалим с помощью симметрии. Отрегулируем симметрии правильно. Ну, думаю, что суть моих действий вам ясна. Надеюсь, этот туториал будет вам полезен. Спасибо вам за внимание. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!